вами Акарамси. И мы играем в Cyberpunk. Погнали. Либо там снизу можно прокрасться. Нет, закрыто. Тут даже ничего, никаких дырок нету. И она в подвале. Стоп. Нас же, может, надо взл... Вот, да, вот сюда вот. Вот, вот. Так. Ай, не надо меня, не... Я хороший. Ой, какая она киберпсихопатка. Я понял. Женщина, у нас... Я вам же ничего не сделал. Что вы тут начинаете? Психопатка. Я кибер, я злая. Ой-ой-ой, она сейчас меня убьет. Я горю. Pants on fire. Блин. Завалило. Да я вообще не был бы и не пил ничего сегодня. Что ты такое глупости говоришь? Там ты что, вот персонаж выпил текилу, но там ничего не было вроде от него. Hey! Так, попытка номер два. Go. Такс. Может мне... Я, конечно, могу пробовать ее ножичком этим маленьким зарубать. Либо винтовкой, которую... Ай. Все. Ножичка нету. Так. Давайте чекнем. Так. Давайте возьмем это. Кстати. Где что это? Больше урона. Не нравится мне револьверчик. Потому что он типа не уходит. Ай-яй. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кайтим. Еще не знаю, сколько у него хп, бля. Ой-ой. Иди, противная. Да, вот так вот уходи. Че, не можешь пройти, да? Не можешь пройти? А, я тоже, походу, не буду попасть так. А, нет, могу. Ха-ха. Наш вот это баг явно. А. Что происходит? Так, и теперь хомячим. Нон-стоп хомячим. Ну, кстати, не факт, что это, как ты говоришь, ямка, потому что тут можно ставить женский голос мужскому персонажу, либо мужской голос женскому персонажу. Либо, как я понял, тоже можно гениталии ставить на любой персонаж, любой. Так что голос может быть обманчивый в этой вселенной. Но я этим уже не баловался, потому что, как я понял, тоже там... Я до этого просто тоже коротко протестил представление персонажа. И когда так гениталии полностью показываются, поэтому я в итоге уже не тестировал на Твиче, потому что, ну, Твич все-таки цензура. Несмотря на то, что контент для взрослых у меня типа стоит, но я не думаю, что это соответствующее, чтобы рассматривали эту сессию. Так, ну что, вроде все захомячили. Так. Я в эту машину. Ну, в общем, короче, да, можно немного абьюзить у них, я понял. То, что она не могла выбегать отсюда.
Ну так, ногти. Меня вообще агитировали сделать розовые волосы ему, но на это уже я не пошел. Такс. Так. А, добро пожаловать в Америку, комрад. Погнали. Попадать надо, вот, нашелся умный. Конечно, надо попадать. Но это не всегда возможно, к сожалению. Ах, с машиной надо что-то делать, она очень медленная. Вперед. Здравствуйте, комрады. Я к вам. Чё почём? Ага, почтомат, давайте. Как ее забрать? А, забрать надо было. Что я получил? Я так и не понял, что я получил. Ладно. Идем сюда. Что ж, погнали. Время, деньги, время. На потихчаску, как говорится. Такс. А, это стоп, это вроде... Я уже сделал это, что-то... Ой. Что за разборки? Полиции нужна помощь. Ну, конечно же, мой супергерой, который спрыгнут как ниндзя, блин. На-ка, себя выкосили. Ачика-чика, бру-бру-бру. Вот так вам. Ой-ой. Так, мне это не нравится. Хэдшот. Куда ты гранаты кидаешь, блин? Я ж тут стою. Спасибо. Так, задам еще. Чика-чика. Хэдшот. Воу, 800 урона, нифига себе, за хэдшот. Это что-то новенькое. Ребятушки, давайте. Вот, на самом деле, если такие разборки тут постоянно в этом Найт-Сити происходят, как тут, блин, еще вообще население осталось? Должно было бы уже все быть расстреляно, перестреляно и так далее. Самими собой. Нужно было сократиться бы до нуля уже 100 раз. Оу. Вот это, кстати, эффект был прикольный. Что меня там пикает? Вымогатель. Окей. Коду клонируют всех, но они об этом не знают. Похоже на теорию заговора. А что, если это все матрица? И Киану Ривз тут тоже поэтому. Потому что это матрица. It, и они постоянно возрождаются. Так, ничего нет. Уровня половина. А вот я уже искал шапочку из фольги. Но тут что-то пока не нашел. Это меня расстроило.
Я уже думал, может, Киану Ривз подбросит мне шапочку из фольги, но чтоб наверняка. Это, конечно, пробки, это меня умиляет. Все такие стоят, ждут. Образованные. Точно матрица, говорю. Чака-чака. Сорян. Так, Поехали. Упс. Не выйти. Выйти. Тангу. Людишки. Это кто там? Полицаи? Да, дежурный. А, кстати, а может, можно сделать шапочку из фольги? Черный единорог. Вот. Эпическая. Ок. Некомато. Интересно. Так, а это сколько? Редкие компоненты, окей. Давайте зачекаем, сколько. На. Я-то его улучшил, лучше он не стал. О, глушитель. Вау. Это вот апдейт. Тут только оптика. Давайте заменим его на наш чудо-револьвер. Сортировка давайте по урон секунд. Давайте трендец. Уэллс. Whatever. Checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wells boys. It's really starting to wear on me. The more I tell her everything's okay, the more I feel like I'm straight up lying. But that's done after tomorrow. Afterlife, here we come, baby. Yeah! We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. Come on, boy. Oh, well, we are. They just don't know it yet. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. Cherry popped. Yahoo. Place used to be a morgue. Believe that? What? Gotta take a piss? First, что там? Place used to be a morgue. Believe that? Who would have thought? I know, right? Later then. And who are you, clowns? Clowns, know, right? Name's V. This is Jackie Wells. Oh, is that supposed to sound familiar? It will soon. We're here to see Dex. Yo, Dex. Got two live ones saying they're here to see you. Yeah. All right then. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Way ahead of you, viejo. Drop this at Cantow's seaside door. Hey. Grab a seat. We'll be in a sec. Joy to the night city. Up there? Meeting. No, I didn't know. Hear it? Can you imagine? Susan Forrest, Boa Boa, maybe even Morgan Blackhead. Boa Boa. Looks like we're up. Send a Boa Boa. That's Rogue. Best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best.
Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. Diapers, shitting in diapers. Это хорошее выражение. С Ралф в подгузнике. Shitting in diapers. Это явно не ходил под столом. Johnny Silverhand's coming up. Johnny Silverhand. Johnny Reeves. Looks like the dog ate mine. Age old tradition. Drinks are named after our regulars. Ну что ж. Say I wanted a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Mind-blowingly spectacular fashion. It ought to be best. Don't cross Polis line. What a beautiful tradition. Guess dying's a small price to pay for going down in history. I live like a legend first, though, huh? Death. It's nothing but the final flourish. Tonight's city. And the afterlife. Oh, and by the way, name's Jackie Wells. You want to write down my recipe? Как понесло сразу. Sure. Recipe. Shot of vodka on the rocks, lime juice, ginger beer. Oh, and most importantly, a splash of love. I remember that. Heard you were Dex's latest find. Что это за пацаны такие пришли здоровые? Just no big deal. How do you know? Mr. Deshawn, see you now. Mr. Deshawn, see you now. Hey, brother. Mr. Deshawn. Break a leg. Thanks. Олег Даркевич. Да, он слегка дарк. Импланты. Damn, Holmes. Комрад Даркевич, что ты тут делаешь? Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Kempo? Jiu-jitsu? Валентина. Think you could take me? Drop me? In here. Este pinche tipo. What? Gotta take a piss? Este pinche tipo. That's right, Excelsior. Cold hard eddies, as per usual. Gotta bounce. Well, if it ain't Mr. V. Whole family in one place. Ha! Finally! Give me some money. And the flathead. Let's see this bad boy. Знай своё место, робот. Коробка. Put your butts down comfy. Thanks for your help back at the scav haunt. A few reapers less in the city. Good thing. City Hall should be fucking thanking us. Sweet booth. Is soundproof? Jackie. Now. Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. V. Mr. V. Evelyn Parker. How'd you fare? Well, as I could have, I guess. Walked around Compeki Plaza inside from that raw BD she scrolled. Bug already filled me in. So you know the target. Yorinobu Arisaka, the Emperor's son and heir apparent. Man with the millionetti name and no talent to back it up. Нет, не знал. Evelyn Parker's special friend? So she just wanted to see what's good, or was there something else? Не было с ней что-то не то. Parker chick? I don't know. Sent out mixed signals, so I got mixed feelings. One night, sipping Champ Paradise with Yorinobu. Next night, chatting it up with regulars at Lizzie's. Worlds don't match up. Помните его слова. You saying we putting two and two together and getting five? Some part of the equation's missing then, clearly. Математик. That's why y'all got a fixer. Anyone try to fuck you? They first gotta fuck their way through Dex Deshawn's 300-pound ass. Anything else? Think she just wanted to see what I was about. Wanted to see what she was about, huh? How about we go over the plan? What you got for us, Dex?
this. Ну, надеюсь, я не узнаю, где ты это видел. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. A Delamain will drop your asses at the front door of Compeki Plaza. You'll stroll right in, thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and clep the relic. It goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one. No bodies. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. Вопросов нет. All clear to me. Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Cut for fresh talent's always the same, non-negotiable. 30%. Bro, 30? Every part in this drama carries its risks. That's the value of yours, as determined by me. Come on, Dex. Isn't that a little low? Hey, hold on, Holmes. Who got the flathead? Who pulled the intel from the brain dance? And we're going in a hotel full of soccer men to swipe some fucking toy from the boss's son. We are the job. And who's providing transport? A top-tier netrunner and a lead-proof plan and intel? You sure you want to go down this road? Now it's the boss. That's right, Dex. We ought to get more. А мячем дальше по полной. We deserve more. Fine. 35. Ну давайте. Вторка. Я, может, потом тоже подтянусь еще. It's my final offer. Посмотрим. Been a while since I got a run for my Eddies. They're actually kind of fun. Last thing, Compeki's got a strict no iron policy. Security gates, the works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride. Take the flathead inside in its case. Got some deft suits, so you'll look the part too. Oh, thanks, T. So, not to count chickens, but why don't we see our Eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role. But a week, two tops is my guess. And what do we do while we sit around, suck air? You sit tight, heads down, because old Uncle Arasaka be watching. Now, as that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. My cue to Delta 2. Got a prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues? Now's your chance. I'm good. No questions. Let's get to work. So you ready to get going or what? Something I gotta take care of first. Sin problemas. Meet you by the Delamain. Ой, все. Так, ну что ж, я думаю, тоже закончу уже на этом на сегодня. Just don't forget this. И думаю, продолжим завтра. Или, может, даже сегодня еще позже вечером. Но, скорее всего, уже завтра. И да, как я могу сказать, игра мне очень пока понравилась. И увлекательно, интересно, качество. Почти не лагает. Картинка офигенная, интересный сюжет. И я очень надеюсь, что мои впечатления тоже только будут улучшаться со временем. Потому что я только начал, по сути. Всего 4 часа с половиной. Так что, да. Увидимся, и с вами был Акарамси. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайки. Есть на Фейсбуке, на Инстаграме, на Твиче и, конечно же, Ютубе. Так что до скорых встреч и прекрасного вечера.